Всем привет! Сегодня мы собрались рядом с озером Кинон немножко прокатиться. Кто первый приехал, тот уже подсел. Сейчас будем вытаскивать. Песочная горочка такая, сверху снег, наст. В общем, проваливаемся. Посмотрим, как заедем на эти горочки. Доехал до туда, где сел кариб. Прям точно до этого же места. Ну, сейчас будем Лексуса вытаскивать. Колеса работают по диагонали. Что-то имитация не работает. Все заработали. В таких случаях надо цепи. На цепях будет как на гусеницах. Вот, в общем, посадили немного Лексуса не на днище. Нас такой плотненький. С газком переборщил и все. Не едет ни туда, ни сюда. Здесь тоже сторона. Ну, получше, конечно. Но сидим.
от разгона надо. Короче, прилетело мне крюком с креплением, оторвалось, дырочка такая, ну что, бывает. Ты вот отсюда дергал, а здесь все. Да. Что же, да, сказала? Ой. Ну, в общем, вот ребята поменяли мне стекло, поставили новое, затонировали. Как бы в следующий раз для меня наука. Надо тросогасители надевать. Такой ерундой не мается. Ну, в принципе, что, как говорится, не повторяйте таких ошибок. Всем спасибо за внимание. Всем пока.